которая заняла 3-е место, видеоотзыв. Пожалуйста. Меня зовут Динара Зелявчина. Я победила в реалити-проекте «Идеальная женщина», заняла 3-е место, чему я очень рада и удивилась даже, потому что я считаю, что каждая из участниц достойна 1-го места, короны. Но самое главное, я думаю, что это победа над собой. Даже то, что мы пришли на этот проект, это победа большая над собой. Я кому советую пойти на проект «Идеальная женщина»? Ну, прежде всего, как мамочка, которая пришла из декрета, я советую пойти на проект «Мамочка», чтобы выйти из декрета и встряхнуться, и оживить свою жизнь, и внести новые краски в свою жизнь. Что я получила? Я получила новые знакомства, новые возможности. Ощущение, что передо мной открылись двери, очень много, и новый этап какой-то в жизни начался. Вот, благодарю каждую участницу. В каждой участнице я увидела отражение себя, какой-то части себя, и тем было еще более ценными занятия. И, конечно, я благодарю всех преподавателей. Каждый внес меня частичку своих знаний, опыта, и очень помогли мне. И из изменений. Теперь я преподаю танцы, снова преподаю танцы, и хочу снова петь. Молодец. Спасибо. Это наша звездочка.